Вот осуществляем посадку сеянцев сосны обыкновенно, закрытокорневой системы. Предварительно делаем такие вот посадочные луки, увлажняем их питательным раствором с удобрениями. Потом следующий человек идет, вставляет саженец, заготовку. И за ним ребята идут уже, уплотняют, чтобы не было воздушных подушек снизу и по бокам, чтобы все плотно было. Прямо, понятно. Ну, канава, а то она хаяки. Ты траву оставь, наоборот, чтобы она дерн держать будет.